собаки или волки в кирпичах. А это мы видим с вами кабанчики. Вон, видали? А это кабанчики, видал? Кабанчики маленькие. Кабанчики и куры бегают. Вот это. А там вот козочки, вон, видали, с мамой? Там вон козочки, вон они бегают. Так немножко плохо видно с мамой, но я думаю, там будет хорошо видно. Мы с Лешей сегодня попали в зоопарк с мамой. На бесплатный зоопарк, там, где... Вот мы видим также верблюда. Ну, правда, у них львов тут нету, конечно, сама, но нарисованы просто. Но львов у них, к сожалению, этого нет. Блин. О, бордюр-то долбанный. Так, вот сейчас мы отсюда вот свинку заснем и петушка. Вон они как кабанчики, они тут вон дерутся, вон, видали, вон. Кабанчики, видали? Маленькие кабанчики. Вон, видали, дерутся или еще там что там. А там вон петушки у них там получаются, вон они кабанчики. А вот там вот петушки там получаются. Вон они еще как кабанчики. Мы попали сегодня, значит, зверинцем. А вон они кабанчики, они вместе там дружат, там получается. Вот, видали, как с мамой? Вот, это все их несемейственный огород. Там вот поросенок также. Также мы вот на такой зверинец мы попали, где много-много уже находится животных. От голубей. Мы сегодня Аркашу сегодня, кстати. О, ля-ля, какой с ним происходит. О, порево происходит. Ой, какое порево происходит. Ну-ки надо, ладно. Очень интересно. Такое порево происходит, конечно. Кто кого там, не понять. Никак не засадить бизнесма. Маленький, а вы вот такое вот кино. И пошли, что... Да, ну у тебя, блин, у меня же жена отпала там трахаться, смо, всё. Эй, капец. А нас лучше попашли, чем попажем. Вот здесь я на паузу пошла.